Друзья, редко вам рассказываю о фильмах, потому что сам редко их смотрю, только единичные события. И, кстати, это здорово, потому что когда ты смотришь серьезные фильмы и вообще делаешь что-то редко, ты начинаешь ощущать вкус всякий раз, когда ты это делаешь. Если это на ежедневной основе, рутинно, параллельно с чем-то, то тяжело оценивать кино, либо книги даже, как-то вот однозначно. Когда это реже, легче, поэтому смотрите, сходил кино, кино называется «Снегирь», этим фильмом открывался Московский международный кинофестиваль в этом году. Вам тоже советую сходить посмотреть, кто хочет, кто вообще иногда тратит на это время. Современное российское кино, оно бывает разное, либо это какие-то бессмысленные странные комедии, ну, из тех, что показывают в кинотеатре, либо это что-то типа вот «Послушник», да, фильм, про который я вам рассказывал, который все-таки, особенно по прошествии времени, правильнее назвать развлекательным и проходным, чем каким-то серьезным. А если фильмы претендуют на серьезность, то обычно это какое-то что-то ужасно депрессивное, либо ужасно пафосное. И вот фильм «Снегирь», он, несмотря на такую некую мрачность обстановки, он не депрессивный. И фильм... И он не пафосный, несмотря на то, что там показываются подвиги и что-то еще, абсолютно без нажатой педали, без пафоса, жизнь, как она есть. И честно, такие работы подкупают, такие работы приятно смотреть, когда подвиг показывается не по-киношному, и когда реальная жизнь показывается тоже не вот из этого состояния режиссера, которому все вокруг ужасно не нравится, он пытается показать эту чернуху на экране. Так что посмотреть можно... Я думаю, понравится. Кому смотреть? Смотреть, мне кажется, двум категориям людей максимально важно. Во-первых, мужчинам. Наш канал мало смотрит мужчин. Но те, кто смотрит, приходите. И можно приходами сходить посмотреть. Мужчины, которые потеряли смысл жизни, может быть, которые привыкли к тому, как они живут, привыкли к состоянию вот такого бессмысленного существования. И режиссер этого фильма говорит, что главной мыслью, которую он думал, да, создавая этот фильм, на основе советской книжки, кстати, была в том, что ты можешь даже совершить подвиг, пытаясь как-то раскрасить свою жизнь, но это не заглаживает как бы твоей вины за то, что вся предыдущая жизнь была бессмысленной, за то, что ты жил изо дня в день рутинно, без какого-то понимания, куда ты идешь, зачем ты живешь, и как плохо ты живешь, как тяжело рядом с тобой другим людям, и у тебя, и как мелкие твои интересы, и что кроме пива в пятницу ничего нет, и с детьми все плохо, ты их не понимаешь, они тебя не понимают, и с женой тоже привычная ругань. И вот так люди могут жить изо дня в день, и даже если они потом сделают что-то ужасно великое и хорошее, возможно, это будет не квинтэссенция их. Я правильно сказал слово, наверное, нет, не суть. Это не будет как бы вот выстраданной вещью, подвигом которому они шли всю жизнь. Это будет просто попыткой как-то развлечься и найти смысл хотя бы так сыграть мужскую игру в этом своем бренном существовании. Поэтому людям, которые... Мужчины вообще в современном мире обмельчали, у нас так жизнь устроена сейчас, что мы очень сильно обмельчали. И поэтому нам нужно иногда смотреть такие фильмы, где вот нам предлагается посмотреть на то, как мы выглядим со стороны. А женщинам, может быть, стоит посмотреть этот фильм для того, чтобы лучше понять своих детей-подростков. Там суть в том, что два ребятенка, да, подростка из мореходки, идут в рейс на рыболовецком траулере, сейнере таком, в море, старом. Кстати, это тоже очень интересно, что когда мы проникаем в суть профессии, все мы ели консервы, все мы читали там на упаковочке, что вот они сделаны прямо в море, там, где-то там на кораблях. Ты думаешь, вау, так прикольно, так интересно, стерильная чистота. А нет, вот, ты все это... Вообще, когда попадаешь куда-то в фильм, где рассказывается о непривычной для тебя сфере деятельности, такой специфической, ты смотришь на нее изнутри, это очень здорово. Даже ради этого просто иногда, может быть, стоит посмотреть кино. Но здесь эти два ребенка еще пока попадают туда, и они сталкиваются с этим мужским коллективом, в котором никакого смысла жизни герои даже и не ищут. И сами подростки, если честно, в таком возрасте тоже особо смысла жизни ты и не ищут пока что.
Но мы видим, как с любовью и трогательно режиссер, сценаристы вырисовывают образ современных детей, современных подростков. Если вы по старинке привыкли их ругать, как их ругают, кстати, и герои этого фильма, вы увидите, что что-то в них и есть. А они в чем-то прекрасны, они в чем-то чисты, в отличие от нас. И ради одной этой мысли тоже стоит, может быть, посмотреть этот фильм. А те, кто любит зрелище, то там шикарно показана сцена шторма, очень хорошо, очень хорошо. То есть даже почище, получше, чем многих голливудских аналогов. Поэтому вот ради, ну, даже вот ради этого, если киноманы прям нас смотрят, то тоже можете сходить, вы будете приятно удивлены и поражены, как хорошо там сняты вот эти сцены катастрофы, которая будет разворачиваться на корабле. Ну вот такие дела. Есть о чем подумать. Фильм неоднозначный, фильм интересный, фильм, который, ну, у меня оставил впечатление, что можно даже его и пересмотреть. На этом все. Молитесь за тех, кому тяжело. Поменьше будем смотреть пустых фильмов и читать пустых книг. Побольше молиться, побольше... Вот пока мы... Вот те люди, которые дома смотрят меня в Ютубе, вокруг нас с вами есть родные, вокруг нас с вами есть на работе какие-то коллеги, да, и на улице люди, которые требуют нашей любви, нашего внимания. И подлинный подвиг, может быть, как сказал мой друг недавно, не в том заключается как раз-таки, когда этот подвиг каждодневный, тихий и незаметный. Он так сказал про одного алтарника, которому у нас в храме там больше 70 лет, он каждый день приходит в храм, разжигает кадило, что-то там чистит. Там, и причем, как сказать, алтарник – существо подчиненное. Это как вот этот маленький там подросток, да, на большом рыболовецком трауэре с матросами. И он терпит это подчинение в свои 70 лет. И делает все, и остается очень добрым человеком. И это правда его подвиг каждодневный, маленький, мало кому заметный. Но он есть. Об этом и фильм тоже. Подумайте об этом. И давайте такими подвигами свою жизнь наполнять. До свидания.